Добрый день, дорогая церковь. В общем, мы сегодня в пустыне Туркана, и сегодня у нас удивительный день, потому что вы видите, что идет небольшой дождик. Это вообще какое-то просто исключение. Я не знаю, что это, потому что вчера еще у нас было в тени 100 градусов по Фаренгейту, и было очень-очень жарко. Давайте сейчас все по порядку. Мы достаточно долго работали на территории горы Элгон, мы работали порядка 5 лет, занимались служением, работали с церквами, работали с пасторами, с лидерами. Мы построили школу, мы работали в разных деревнях и охватывали именно сельских церквей, где-то в порядке там около 300 церквей, с которыми мы плотно имели взаимоотношения на протяжении там всей горы Элгон, где-то порядка около 150 километров. И буквально вот сейчас, вот в этом году происходят вот те события, про которых мы уже вот видели, что они произойдут. Нам Господь говорил о том, что они произойдут в будущем, что мы начнем плотно работать в пустыне Туркана. И вот сейчас в течение последних полутора лет мы постоянно сюда приезжали, мы служили, мы собирали здесь лидеров, собирали конференции, работали с местными церквами. И мы наладили очень хорошие взаимоотношения, порядка около 700 церквей на территории пустыни Туркана, на территории также вот приграничных зон Эфиопии, Судана и Уганды. И вот сейчас вот все приходит к тому, что мы начинаем здесь строить нашу миссионерскую базу, мы начинаем здесь строить домики, которые сделаны из соломы, которые сделаны из глины, и, в общем, и в соломенными крышами. В общем, у нас сейчас вот ребята здесь работают над тем, чтобы здесь появилась также кухня наша, полевая кухня, и вот эти домики, которых вы видите, эти домики, в них будут жить миссионеры, волонтеры, которые сюда будут приезжать служить, и также мы будем жить. Вот в данном случае вот этот большой дом с двумя объединенными комнатами, в общем, объединенным коридором, вот это будет наш семейный дом, и вот эти маленькие домики, это будут домики, в которых будут жить волонтеры, миссионеры. Здесь вот Джон и Фрида. Это молодые пасторы вот здесь на нашей миссионерской базе. У нас здесь началась церковь. Они взяли ответственность за церковь. И вот здесь под этим навесом собирается церковь, которая началась буквально 2 месяца назад. И около 30 взрослых и около 60 детей приходят сюда на служение. И люди здесь спасаются. И в этой местности это единственная церковь. И у нас сейчас остро стоит вопрос, такая прям текущая острая нужда, это вопрос электричества, потому что всю эту территорию нужно здесь, вот эти домики, подключить к электричеству, чтобы можно было хотя бы заряжать телефоны, хотя бы можно было бы здесь иметь какое-то освещение, чтобы можно приготовить еду и так далее, и так далее. И нам суммарно сейчас для этого нужно до 3000 долларов для того, чтобы поставить солары сюда, панели сюда, купить все необходимые провода, также батареи. Буквально пару дней сюда приедет первая группа волонтеров, которые здесь будут находиться в течение 2 месяцев, и мы совместно будем с ними работать, с местными лидерами, с местными церквами, с образованием лидеров. Так что наша просьба к вам, пожалуйста, поддержите нас. Это только малая часть информации, которую я с вами сейчас делюсь, но если вы присоединитесь к нашим социальным сетям, вы сможете увидеть гораздо-гораздо больше, вы сможете проследить историю, и мы будем очень благодарны за взаимоотношения и сотрудничество. Пусть Бог вас благословит. Большое вам спасибо.